Всем привет, это снова Игорь. Сейчас как раз ночью хочу вам показать суперский эффект. Эффект дракона, так сказать. В игре Neverwinter Nights 1. Ну, то есть просто в игре Neverwinter Nights. Оригинал. Как раз ночь. Сейчас будет очень хорошо видно этот эффект. Смотрите сами. Один из лучших эффектов, так сказать. Смотрите. Внимательно смотрите. Неохота это слово говорить, но прямо MMO World of Warcraft какой-то. World of Warcraft. Но нет. По-моему, если честно, игра Neverwinter Nights 1 оригинальная, вот эта вот, 2002 года вышла раньше, чем MMO World of Warcraft. Но точно не знаю историю, то надо смотреть, читать электронную энциклопедию, она же Википедия, и сравнивать года и так далее. Разбираться в истории, уходить корнями. А про корни этих двух игр, что первым было, D&D или MMO?